находимся в поселке Зайцево на позициях народной милиции ДНР. Бои здесь не утихают уже полтора года. Страдают и мирное население, страдают и сам поселок, его инфраструктура, страдают дома. Однако все позиции удержаны, несмотря на применение противником запрещенного оружия, несмотря на попытки так называемого ползучего наступления, так называемых в украинской прессе жабьих прыжков. Армия ДНР ни на метр не отошла назад. Все позиции остаются под полным контролем народной милиции. До ближайших точек украинской хунты 350-370 метров. С первого этажа хорошо видно их позицию. Вот он. Сами можете прикинуть расстояние. Тут не больше 300 метров. Mm-hmm. За деревьями поле, буквально метров 100 сразу они сидят. Я здесь защищаю свой мир, свою семью, свою самобытность. Оно оправдалось. Мы сейчас видим, что делается на Украине. Там полностью власть бандерлогов, которые задавили все, весь русский мир, который есть в Украине, который пытается навязать бандерлоговский язык всем православным, всем русскоязычным. Нас это не устроило. И мы, как говорится, попытались этому противостоять. Мы не пытаемся никого убивать. Мы только защищаемся. Вот это последнее движение на промзоне в Ясиновато, это чистая провокация со стороны украинских вооруженных сил. Мы выполняем Минские соглашения, согласно этих договоренностей. Мы держим ту линию обороны, на которой оставались. Никуда не продвигаемся, но и не дадим кому-либо дальше продвинуться. Применяли ли украинские войска, запрещенные Минскими соглашениями, вооружение? Все, что можно у них, все гудело и все стреляло. Постоянно.